Друзья, всем привет! С вами Giant Россия, и настал обзор нового Giant Talon 2 2021 года. Погнали! Итак, Giant Talon 2 – это классический горный велосипед на 27-х колесах. Безусловно, в его конструкции рама выполнена из качественного алюминиевого сплава, что сочетает прочность и легкость этого байка. На велосипед установлена амортизационная вилка бренда Santur с алюминиевыми штанами и алюминиевой верхней короной, которая имеет блокировку. На байк установлено оборудование бренда Shimano Acera. Это средний класс, который зарекомендовал себя. Оно проверено и работает действительно очень хорошо и ресурсно. Прочная и неубиваемая обода Giant и, конечно же, достаточно широкая резина бренда Maxxis шириной 2,2, которая действительно обеспечит хорошую сцепку на грунтовых трассах. Системы шатунов выполнены из алюминия под квадрат, каретка картриджная. За торможение велосипеда отвечают гидравлические дисковые тормоза бренда Tektra 300 серии, которые мы с вами очень хорошо знаем. На байке Talon 2 рама выполнена с большими грязезазорами, то есть на этом велосипеде можно будет проехать по любым трассам. Также для удобства эксплуатации велосипеда и переноски его в раме протянуты все трасса и рубашки, и ничто не стесняет наших движений. На раме Talon 2 имеется очень много креплений для установки навесного оборудования, таких как багажник, крылья, флягодержатель, насос, в общем то, что понадобится вам в пути. Рулевая колонка на этом велосипеде тоже, как мы с вами видим, интегрированная. Это означает то, что подшипники спрятаны внутри рулевого стакана. Байк Talon 2 – отличный велосипед для того, чтобы начать свои путешествия и познать новые границы горных трасс. Всем хорошего дня и настроения. Пока!